Привет, привет! Как ваши дела? Как вы поживаете? Все хорошо у вас? Сегодня у нас розовая Астана. Вот такая. Наверное, попробуем, да? С жасмином. Такой сливочный жасмин. Мирабе атаки пчелары. Насылсыңыз. Бұныңки ады пембе астана. Шуның ады жасмин. Hi, my dear. Так торопилась поесть, даже забыла воду принести. Очень вкусный. Пыльный такой. И вкус, и запах. Забыла принести воды. Я вчера не ела. Супер. Тогда что взять? Я буду. Схожу, наверное, за водичкой. Извиняюсь. Супер напудренный. Сейчас, одну секунду. Продолжим. Принесла водичку. Забыла.
Чем-то отдает, не знаю, чем. Пинка Астана. Просто супер. Вкус такой.
Вчера не ела. Уснуть не могла. Думаю, ладно, до завтра надо протерпеть. Ну, это мой завтрак. Я еще не завтракала. Ну вот. Очень было вкусно. Ой, так хорошо стало вообще. Рай. Вчера в мыслях крутила только, когда бы поесть, как бы поесть. Времени не было вообще. Сегодня, я думаю, если с утра не поем, время не найду. Вот. Так что такие дела, девочки. У меня тут вот розовая Астана. А здесь уже приготовила розовую узбечка. Розовая узбечка. Pink Узбекистан. Узбечка, да? Ну и тут моя голубая лежит. Ну и это приложение. А, такие привезла пешмани из Турции. Я их очень люблю. Вкусные. Реально вкусные. А вот. Так что спасибо вам, девочки и мальчики, за просмотр. Я вас очень люблю. Я с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста. На мой второй канал тоже подписывайтесь. Там будет у меня в основном еда. Но я еще, у меня домашние дела здесь не закончились. Поэтому еще на улицу особо не выходил. Выйду и буду снимать что-нибудь интересное. Вот. Тешекер идем так и пчелыра. Özledim sizi. Öpüyorum, seviyorum. Her zaman siz buradasınız. Teşekkürler. Öpüyorum. Спасибо, девочки, мальчики. Целую вас.